Всем привет! Вчера вечером вернулись с нашего маленького путешествия в Киев во Львов. Сейчас вам хочу показать некоторые сувениры и сладкие штучки, которые мы там купили. Начнем, пожалуй, с покупок Ашана. У нас в городе Ужгороде его нет, а во Львове он есть. И, конечно же, мы не могли пройти мимо, зашли и вот что купили. Хочу начать вот с таких шоколадок. Десерт молочный каждый день. Просто молочные и с орешками. Не знаю, вкусные они или нет, но многие девушки в своих видео показывают разные покупки с Ашана, и там есть такая фирма каждый день, говорят, что неплохая. Пока не пробовала, сказать ничего не могу. Также мы купили вот такое лакомство, лакум. Этот со вкусом розы. Две такие штучки тоже родственникам подарить. И себе одну штучку, себе купили с вишенкой. Вот такой. Не пробовала лакум, не могу вам сказать, вкусный он или нет, но вот такие в Ашане взяли, интересно попробовать. Точно знаю, что очень вкусные штучки вот такие чокопай, это такие печеньки. Очень-очень-очень-очень вкусные. Пробовали муж, где-то в Ужгороде пробовал. Там нашли очень бюджетно, где-то за 27-28 гривен. Если в вашем городе есть Ашан или вот такие печеньки, обязательно берите, попробуйте. Очень вкусные печеньки. Также себе взяла воздушный рис. Это лакомство с моего детства. Вот таких взяла себе. Здесь 4 штучки, извините, одна упала. Вот. 4, было их всего 5, одну я уже съела, потому что я очень люблю этот воздушный рис. Он мне очень-очень кажется вкусным, я думаю, вы знаете, вот такой. Также взяли уже не в Ашане, а в Киеве в мегамаркете вот такую штучку. Здесь 200 грамм, это лаймовый концентрат. Они бывают апельсиновые, лимонные. Пару капель, ну, это, соответственно, как вы любите, добавляете в воду. Также туда можно добавить немножко мяты. Сегодня я еду к маме, как раз возьму мяту. И вот такой лимонад у вас получится. Очень освежающий, кисленький, вкусный. Хочу также сделать сейчас кубики льда, потому что очень жарко. И вот с такого концентрата можно сделать очень-очень много лимонада. Очень советую брать, очень вкусно. Правда, эту фирму не пробовали, другие пробовали. Попробуем, скажу вам за эту. В Киеве можно найти у супермаркетов. Думаю, где-то и у нас можно. Также в Ашане еще взяли вот такие конфеты гриляш. Тоже взяли одну пачку родителям мужа, одну моим. Эти конфеты конкретно любит очень мой отец. Гриляш — это его любимые. Так что взяли попробовать всем вот такие. Много кто любит гирляш. Также взяли кофе со Львова. Вот такая вот упаковка. Взяли 3 пачки. Одну бабушки, дедушки моего мужа они любят. И моя мама очень любит кофе. И вот такой интересный, красивый подарочный вариант. Кофе подарить всем с поездки со Львова, по-моему, очень круто. Себе же взяли вот такой. Он же был такой привычной упаковки. Ну, тоже кофе со Львова. Этот с вкусом ликера. Пахнет очень вкусно. Это молотый кофе. Возле меня продавщица помолола. Именно этот вкус она мне рекомендовала, что берет сама, что он очень-очень вкусный. Вот такая вот упаковочка будем пить. Также себе взяли на холодильник вот такие штучки, мешечки с любовью со Львова. И хорошего настроения с Киева. Вот так они выглядят. Здесь магнитик крепится к холодильнику. Конкретно мы будем ставить вот такие вот. Очень нам понравились, очень красиво будут смотреться. На подарки взяли вот такие 2 магнитика со Львова. Тоже подарить. И вот такие с Киева 2. Похожие просто день и ночь на Майдане Независимости. Также взяли упаковку тоже, между прочим, в Ашане открыток многим друзьям. Тут классно можно написать что-то. И вот такие открытки раздарить. Целую упаковку. Есть много кому нужно подарить. Также еще на подарки я подругам взяла вот такую вот кружечку. Это собор Ольги та Елизаветы. Вот это мой любимый. Он как бы в таком готическом стиле. Вот здесь вижу в открытках есть его фото. Вот он. Мне очень нравится этот собор. Очень красивый. И второй вот такой. Это, по-моему, Нептун с площади, на площади рынок. Но, возможно, я ошибаюсь.
Не помню точно, где находится. Ну, вот такая оригинальная кружечка, тоже подруги взяла. Вот, очень мне нравится. Также в Киеве мы взяли себе вот такие обычные очки. Это мужа. Очень ему идут, очень красивые. И вот такие вот себе взяла. У меня к рыжим волосам они очень-очень подошли. Они такие цветные. Здесь пишет Rain Ban, и ну тут есть вот нет с этой стороны, что сделаны в Италии. Не знаю, насколько это правда. Ну, мне очень понравилось. Это мы в подземном переходе в городе Киеве брали, да, вот. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.